В выходные погода в Самаре будет теплой и дождливой. В субботу ночью будет переменная облачность, местами кратковременный дождь и, возможно, гроза. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха 8-13 градусов. Днем местами кратковременный дождь и, возможно, гроза. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. При грозе порывистый. Температура воздуха от 18 до 23 градусов. В воскресенье ночью пройдет кратковременный дождь. Температура воздуха от 8 до 13 градусов. Днем также возможны дожди. Температура воздуха достигнет 23 градусов.